Ребята, всем привет! Меня зовут Лика. Сейчас сидела, читала ваши комментарии и нашла очень много комментариев, где написано, что в Фикспрайсе сейчас очень много классных новинок. Поэтому я решила сходить в Фикспрайс, посмотреть на эти новинки. Так что, кому интересно, пошли со мной. Давайте посмотрим новинки в Фикспрайсе. Например, шляпа. Да ну нет, смотри. К морю. Шляпа уже была. Я вот тут нашла вот такая штука. Наклейки-светильники? Да, наклейки-светильники вот такие. Батарейка входит уже в комплект, это очень хорошо. Потому что в основном всегда в Фикспрайсе батарейки не входят в комплект, а здесь входят. Симпатичненькие такие. Ну да, вот написано батарейки в комплектике. Так, что здесь еще есть новенького? А это что? Какие-то доски. Моя спальня. Реальный пацан. Это табличка на дверь. Да, я... добро пожаловать, вот. Таблички на дверь, прикольно. Прикольно, да, только как их вешать? Никаких дырочек. Вот. А, липучка просто. Да, сзади липучка такая, двусторонний, как скотч, и вот. Тут разные есть. Ух ты. А вот, смотрите, есть такая вот. Ну, все, я думаю, хватит, давай. Так. Дом... там, где мы. Здесь уже на веревочке она. Такая, типа, как деревянная, да? Да, такая? Они все как деревянные. Прикольненько. Добро пожаловать. Ну, тут вот мне не очень нравится расцветка. Это больше, знаешь, такая новогодняя. Здесь такие шишечки, красные цветочки. Ну, да. Тоже такая новогодняя какая-то, ну, да? Да. Вот игрушки такие новогодние. Ну, вон даже, смотри. Ну, да, снеговичок. Угу. Принцесса. Вот это вот яркая. Угу. Оригинальная, да, красивая очень. Да, прикольно. Это все на веревке тут. О! Где любят нас? Лишь там очаг. Прикольно тоже. Ну и все. Это все расцветки. Это повторки, да? Тут симпатяшные. Да. Есть, есть можно что выбрать. А это что? Интересно. А ты знаешь, так, а это что такое? Кстати, я брала, так и не сфоткалась. Ты сфоткалась? Я сфотографировалась гирлянду на шею, да. А это аксессуары для праздника. А, юбка, тарама. Фоторамки яркие появились. Постеры разные, цветы с разными рисунками. И такие фоторамки. Тоненькие очень. Картонные они даже больше. Угу. Сразу на три фотографии. Так, пошлите дальше. Вообще, я хотела такой светильник в виде фламинго. Я знаю, что он появился здесь, но здесь я его не вижу. Он должен быть вот в этом отделе. Кстати, вот эта вот ручка тоже новинка. Ручка с проекционным фонарем. Да. 8 проекций. Но это для мальчиков. Есть вот розовая такая для девочек. Мы что-то уже покупали как-то подобное тоже, да? Тут феечки разные, лошадки. Котенок, смотри, какой котенок. Угу. Собачка. Здесь появились листы для заметок. Тут получается 160 листов в общем. Каждая. Ой, не то показывает, двойную показывает. Подождите. Яблочко где? Вот яблочко. Вот такое еще яблочко. Ой, прикольно, вот эти вот листы, да? Да, прикольно. Ой, смотрите, ручки. Набор. Прикольный с башенками сельфи. Вообще, не только я предлагаю, Лика, кто запишите в комментариях, снять видео, что у Лики осталось с прошлого года, да, из канцелярии. У Лики, кстати, очень многое поставалось. Ну да, много что не использовала. Я предлагаю, да, снять видео, что осталось с прошлого года. Ой, кто смотри, за, пишите. Для обуви. Это для мальчика. Ну, почему не? Прям ну, для мальчика. А, может с мотоциклом. Быть, а может, девочка любит мотоцикл? Ну, не знаю. Я по себе сужу. Это для мальчика. Это, ну, это для девочек. Бордовый цвет, но я не люблю. Но зато, может быть, грязь не будет видна. Это очень важно. А зимой, знаешь, как это важно? Конечно. Конечно. И вот такой вот с кошечкой. Вот это точно понравилось Дане. Так, идем дальше.
Это я уже показываю, пойдем дальше. А это что такое? Ой, смотрите, мелки. Ароматизированные. Выкручивающиеся. Пахнут. Мелки. Банан, яблоко и персик. А здесь другие. Ой, да. Запашки. А здесь тоже другие, смотря на нас. Малина и апельсин. Угу. Прикольно. Нам не нужны? Да нет, зачем? Мягкие блокноты. Ну, по-моему, это уже не новинка, но в нашем фикс-прайсе это новинка. Опять в клеточку? Да, конечно. В фикс-прайсе все в клеточку. Такие у нас уже были. Угу. Блестящие. Так, пошли дальше. Смотри, какая тетрадочка. Совушка. Посмотрите, какая еще тетрадочка с кошечками. Миленькие кошечки. Кошечки. А сейчас покажу вам я кое-что. Да ну тебя. Маска для глаз охлаждающая, согревающая. Слушай, прикольно, интересно. Она... Арбузная. А это киви. А это арбуз. Избавляет от отеков, темных кругов. А разглаживает морщины. Давай возьмем. Лик, тебе как раз надо разгладить морщины. Давай держи. Возьмем. Бери 10 упаковок. Да все, берем сразу, смотри, здесь все опять. Посмотри, как разобрали. Все, берем сразу, закидаем. Смотри, подожди, покажи. Там апельсин, что еще? Апельсин, арбуз и киви. Слушай, кайфуша, да? Давай возьмем арбуз. А зачем она надо? У нас лежит. Мы уже покупали. Мы охлаждающие тоже покупали. Где? В Модисе, да, мы покупали? В Модисе. Так это арбуз, это летняя. Не надо. А там кошечка. Нам не надо. У нас очень много масок. Так, смотри. Ой, а что я хожу? Никотела и пошла. Подушечку. Здесь снова появились такие штучки. Массажеры. Для тела. Тебе не нужен? Нет, у меня есть профессиональный, очень хороший. А вот такая вот, такого плана у нас. Тоже нет. Нет, у нас вот такая. Да. Вот точно такая у нас. Только не понимаю, сколько в нем. Но сейчас надо немножко такая бессмысленная штучка. Немножко, а вообще бессмысленная штучка. Не чувствуешь, как она массажирует. Да. Контейнер. Ну это даже уже не новинка. Лик, я тебе рюкзак нашла в школе. Ну, да я себе сама нашла сумку в школе. Все супер. Смотри, мне подходит под глаз. Супер. Я предлагаю вот эту в клетчатую взять. А смотри, а что ты правда? Рюкзачок такой. Ничего, я вправду. Я вправду говорю, да. 100 рублей. Как раз и твои учебники. Это новинка. Кстати, все твои учебники поместятся. Да. Все поместится? Все поместится, да. Конечно. Все шикарно. Бери, пошли. Лика выбрала себе новый рюкзак в школе. А что, серый такой? Все, Лика. Лика определилась с рюкзаком к школе. Все, покупаем школьный рюкзак. Да. Вещь. А мне подходит? Все, вообще, Лик, супер просто. Супер. Мне кажется, классно, да? Да. Берем. Ой, смотри. Это тоже... А, нет, это сумка. Я думала, это рюкзак. Такая сумочка мне не нужна? На пояс? Да. Нет, это через плечо. А, ну через плечо, я думала, на пояс. Ой, смотри, есть вот такая сумочка еще. Нет, сумки нам не нужны. Ой, смотри. Зонты. Тоже новинка. Зонтик этот стоит 100 рублей. Супер. А что тут, неплохой зонтик? Ну, я ничего не говорю. Ну, расцветок особо тут немного. Дырка. Где дырка? Ой, дырка, гляньте. Кто-то прогрыз, наверное, моль. Только черный и зеленый. И зеленый еще и с дыркой. У тебя такого плана, да? Ну, не такого. Моему зонту уже, знаешь, еще в Пятигорске покупали. Ну, тоже в клеточку. Я уже перешла к игрушкам. Смотрите, здесь такая штука появилась новая. Вот эти паучки, если их положить на стекло, ну, повесить у них вот такие липучки, то он поползет вниз. Прикольно разыграть кого-нибудь. Например, Лику. Например, маму. Утром рано. Ой. Смотрите, головой бим-бим-бим-бим. Но еще ротик открывается у него. А что? Ой, смотри. Мини-бильярд. Угу. Тоже новая игра. Ну да, не было такого. Угу. Еще я на сайте Fix Price увидела женскую тунику вот такую вот на пляж. Хочу найти. Но здесь нигде нет ее. Зато есть вот такие вот... что? Шлюпки, сланцы. Ну, что ты? Сабо.
Найди мне лучше женскую тунику вот такую. Ну что ты, Лик, смотри, зато здесь много интересных шляп. Я нашла. Еще есть розовая такая. Тебе купить? Я думала, мне леопард не подойдет. Пошлите посмотрим розовый еще. Пошли. Еще бирюзовая есть. Почему я все с леопардами? Так даже смотришь и ничего. И вот такая розовая. Смотри, какая вот эта яркая розовая. На кассе нашла вот такую вот брошюру с наличием товара, новинок именно. И спросила как раз насчет вот этого светильника. Сказали, то, что они были, но их уже разобрали. В понедельник должен быть новый завоз, и, скорее всего, ну, может быть, их привезут. Так что в понедельник придем еще раз. Угу. Почему моя рука так дрожит? Ты очень переживаешь. Ты ждешь понедельника, а ты очень... А еще такие вот мини-боксы появились. Угу. Вот это тоже, кстати, прикольная штука. Она светится. Одеваешь на обувь, и обувь как подсвечивается разными цветами. Ребята, я уже дома. В фикс-прайс я ходила, честно говоря, за фламинго или бриллиантиком, таким светильником. Но, к сожалению, его я там не нашла. Ну а на сегодня мой влог подходит к концу. Всем большое спасибо за просмотр. Всем пока-пока!